Доброго дня! Сегодня у нас вот такой чайник на обзоре. Небольшой, как вы видите. Ну, как мне кажется, это handmade. Я думаю, многие знают, что такое handmade. Это руки и работа. То есть ручная работа. Что здесь сразу? Ну, я думаю, он старинный. Уточнять надо. Я купил. Бывает, быстро покупаешь, не уточняешь. Ну, что здесь? Ну, разве это заводская работа? По-моему, это руками где-то выбивали. Может, даже в Индии. Ну, как вы знаете, Индия сделала там бесплатный рабский труд, да? Поэтому они всю Европу обеспечивали, и не только. Вот. Тем более Индия, как вы знаете, это колония бывшей Англии. Поэтому, я думаю, понимаете, что такое колония, да? Это не колония строгого режима. Ну вот. Смотрим, ладно, про вещицы. Ну, как вы видите, чайник небольшой. Вот он у меня в руке. Ну, ручка довольно-таки толстая, видите, тоже тяжелая. Потом, как сделано. Чуть-чуть как под наклон на заклепках, на медных. Вот заклепки. И здесь, и здесь. Длинная ручка вот так легко вращается. Тяжелая. Ну и сам таз. Чайник такой довольно-таки, знаете, ну нелегкий. Хотя здесь металл тонковат вот здесь. Но тут, мне кажется, стенки толще. Может быть, из разных металлов как-то они делали. Тут как-то вытягивали, не знаю. Но чайник такой. Потом, ну здесь дно, что оттер он, как обычно, очищен. В таком он виде. Ну что тут еще? Вот такие края. Клейм никаких нет. Почему я думаю, что это Индия такой, знаете, сделан так немножко. Видите, так тут где-то неровно, там. Вот тут туже, тут шире. Может, так специально, конечно, но... Ну вот видно, да, здесь узко. А здесь шире. Носик симпатичный такой, ну, стандартный. Ну вот. Пая, ну, может быть, это сразу его тут так паяли, может быть, уже доделывали, хотя, похоже, что ничего не подделали, вроде так сразу сделали, ничего он не развалился. Ну, вот, вот так вот. Ну, крышка все одевается без проблем, как вы видите, так, хопа, можно им, я думаю, даже пользоваться. Ну, его, думаю, больше декоративно, товарищ Сухов, такому можно пользоваться где-то в песках там. Ну вот, что дальше? Что дальше? Клейм тут нет никаких, ни на ручке. Я думал, может, тут где-то что-то или уже стерлось, да? Может быть, бывает такое. Когда они трут, они стирают клейма. Ну, так чайник прикольный, интересный. Ну, вот я взял его. Я люблю чайники тоже собирать, поэтому следить за обновлениями, за новинками, смотреть еще фото. Вот так вращается прикольно довольно. Не все так чайники возвращаться будут за счет того, что дно такое. До новых встреч. Спасибо за просмотр.